Здравствуйте, с вами Александра Полыскалова. Мы находимся в детском центре Ладога, где сейчас будет проходить конференция с председателем комитета Тарасовым Сергеем Валентиновичем на тему «Национальный проект образования «Вектор на прогрессивное развитие детей», где собрались школьники с разных уголков Ленинградской области. Встреча с Тарасовым Сергеем Валентиновичем, которая состоялась в конце ноября, длилась 1,5 часа. В течение этого времени представители школьных СМИ с разных районов Ленинградской области задавали вопросы, касающиеся нововведений в области образования. И у нас к вам есть вопрос по поводу, как и какие изменения претерпит электронный дневник, и изменится ли как-нибудь система начисления среднего балла. Нововведения по электронному дневнику, электронному журналу, они позволяют, скажем так, более динамично учителю выставлять, ну, я имею в виду, более своевременно выставлять отметки, и эти отметки доступны для учеников и для родителей. На мой взгляд, это очень важно. Теперь уже дневник называется, как раньше, уже дневник от родителей спрятать очень сложно. Для учителей не должно быть дополнительной нагрузки. В принципе, мы даем возможность школам самим выбрать, используют ли они дневник обычный, бумажный, используют ли они электронный дневник, электронный журнал, или они используют только электронный журнал. Вот здесь каждая школа имеет право выбора. Вот. Что касается электронной системы, вот автоматической системы выставления отметок, мне кажется, что этот вопрос он не так прост, нужно его дополнить. МДЦ ТЭК и ВДЦ «Орленок» за участие в конкурсных программах. Многие наши ребята получают стипендии директора и стипендии от администрации муниципального образования. Какие-нибудь еще меры поддержки и поощрения планируются? Спасибо за вопрос. Материальной поддержки для одаренных детей, талантливой молодежи. О чем идет речь? Ну, как минимум, о ежегодных стипендиях и ежегодных премиях губернатора Ленинградской области. Это и для, значит, стипендии для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это и стипендии для одаренных студентов-первокурсников, которые находятся в трудножизненной ситуации. Это премии губернатора Ленинградской области для победителей региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, перечень которых каждый год утверждается на уровне региона. Премии губернатора в размере 25 тысяч рублей, стипендии от 4,5 тысяч рублей до 7,5 тысяч рублей каждый месяц. Также ближайшей перспективой на уровне региона является разработка мер стимулирования для поощрения победителей и призеров национального чемпионата юниор-профи. То, что раньше было Junior Skills, ну а также победителей и призеров национального чемпионата World Skills, но в категории Junior, да, то есть самых младших, тех, кто представляет регион на национальном чемпионате. Спасибо, Максим Владимирович. Ну, такой исчерпывающий, мне кажется, ответ прозвучал. Главное это все не забыть, потому что так много информации. Но я думаю, что можно где-то передать, может быть, материалы для наших школьных СМИ, если будет заинтересованность, и можно будет с ними тоже поработать. Потому что наш слух достаточно сложно воспринимается, очень много направлений работы, и главное, хорошие такие планы по поддержке, еще дальнейшей, большей поддержки тех, кто добивается результатов. Представитель комитета постарался ответить на все вопросы, интересующие школьников, а также рассказал о целях национального образования, которыми являются воспитание гармонично развитой личности и ее успешная социализация и качественное образование. В области проводятся реконструкции, постройка новых школ, спортивных площадок и детских садов. Вводится тенденция инклюзивного образования, которая позволяет детям с особенностями развития или инвалидностью обучаться в обычной школе, а также в коррекционных и специализированных учебных заведениях.